10 и платим за себя и за... Şey geliyor, Monster'la Testur geliyor. Monster'la Testur geliyor. Хорошо, хоть не на солнце тут. Забыли. Забыли. Да вон тут плавает. Петухи поют. Рыбки плавают. Вообще это на сколько? 6. Так, ребята, сейчас оставляйте вещи. С собой только берите телефон, фотоаппарат и кошелек. Вот у нас с собой в сумке фотоаппарат. Да. Вот заходите, сейчас сюда выглядит сообща. Или хотите, я вам скажу, во время обеда вам вообще неудобно будет. Хотите стол, что? Вот открыли буфе у вас будет здесь. Можете стол, что занять. Воду. Как вам? Все, отлично. Мы поняли. Все. Вместе занимайся, пойдем рыбать. Занимай места. Там будем топчем. Где? Ну видишь, пока ходили, заняли. Так вон, тут же намного нет. Так там-то тоже, наверное, уже занят. Там свободно. Где? Всего трое, да. Маленький ребенок. Оставь вон полотенце или что-нибудь. Вот столько можно. Уважаемые, место будет. Где поменьше народу много. А, хорошо. Спасибо. О, там уже удочки разбирают, ёшки. Заберем, если что. О, лягушки квакают это. А если я что-то поймаю? Ведро сказали отпускать. А куда здесь отпускать-то? Вон какое ведро-то? Стоят, вон будут стоять. Туда идти, что ли? Ну да. Он знает, где рыбу ловить. На жвачку попробуем. На жвачку? Клюет на жвачку? Я не знаю. Тут лягушки квакают одни, блин, больше ничего нет. Ну смотри, поймал одну. А, блин, убежала. Я теперь знаю, где рыбу ловить. Да скоро ты размотаешь это мне. А? А скоро покидать. Какую? Да. У меня нету подкормки. Он может туда пройти, на тот камень. На какой? На вот. Да сейчас попробуем здесь что-то. Может здесь клюнет что-то. А у меня тут глубина-то маленькая. И поплавок не держится, блин. Ё-моё! Там теста нету уже, можешь вынимать. А, нет, есть, блин.
О, смотри, еще одну поймали. Я пойду оплаваю. Они там ловят, блин, а я тут стою. Ну вот смотри какая-то. Хорошая форелька. А ведра-то нету, кидай на берег. Как вас зовут еще раз? Барбара. Нет. Это Барбара. Я мусор поймал. Это вчерашняя, ёшкин. Какой сегодня? Она словила, вот так. Води до меня. И лобкой. А где не молодцы? Лёха, я поклёвку видел. Клюнула. Сожрала всё. Он клюет, ёшкин-то. Не видит. Молодец, принц. Давай ее сюда. Ничего с ней там уже не было. Вот так ты уходишь, да? Блеха. Ева? Ну? Рано ее подсёк. А, вон у отца. Пап. Ой, пап. Пап. Ой, я тебя поймал. Макарыч. Помоги, Вера. Давайте я вас поймаю. Да, мы поймали, мы кралику, пусть тебя сфоткают. Ну что, сынок, там ни одну не поймал? Ни одну. Ну вот, видишь? Тут намного. Тут намного. Поснимаем. Чистая вода какая, смотри, да? Ну такая, в принципе, да, прохладненькая водичка, но чистая. Наверное, пить можно даже. Ой, ну и холодная вода. Уже ноги заледенели. Речка течет отовсюду.
А что, это там предлагает искупаться там, что ли? Оль! Здесь нормально идти, тут гляди, прошу. Я говорю, там искупаться, что ли, нам предлагают? Да, пока шел, блин, вон там уже сухо пошло, пойдем. Заасфальтировали бы хоть, я помню. Сюда наши еще не добрались. Заглянемся в тротуар. Ну что это за водопад такой, блин? Вот это, наверное, здесь купаться. Вон там кто-то залез уже. Тут такая же вода, как и там, наверное. Ну, такая нормальная. О, первый пошел. Как тут глубина? Я думаю, там не надо становиться. А, о, глубина-то какая. Да ну нафиг, что это? Вон там, во второй купать. Ну, за рыбалку. Да, я как генерал тост говорить не умею. Ну, за рыбалку. Ушица у нас хорошая получилась. Да. Одну штучку я выловил. Я одну съел. Девочка нас. Вот в этом пруду. Ну. Лягушки квакают уже. Вон там она плавает. Вот тут мы ее едим. В ваннах. А там ловим, а тут едим. Не отходят дома. О, Иринка идет. А что ты ушиться не взяла? Хочешь попробовать? Капуста набрал, смотри. Коньяку не будешь? Боржоми будешь? Ушица-то неплохая. Может, что за... Нам с тобой закусывать. Очень вкусно. Ушиться и будет, ничего, закусывать. А он сказал уже пока. Закрылась столовую. Он сказал, что если останется, они там... Узбек хотел еще рыбку взять, он говорит, тяни, тяни. Говорит, останется если? Я считаю по рылам. 30 человек, 30 рыбы набирает. 60 человек вроде народу. Выловили 59 рыбы. Что сказали, не выловили, то добавили. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Лепота. Когда еще будем здесь? Никогда.